Сегодня у нас хлеб помидорный. Для этого нам понадобится один большой на крупной терке потертый помидор, чайная ложка соли. В моем случае это получилось 120 миллиграмм соку. Также мы возьмем 50 грамм льна, 50 на 50, 25 размолотый и 25 грамм неразмолотый. И десертная ложка сухих сливок. Добавляем одно яйцо и перемешиваем. Еще добавили щепотку сахара. Будем готовить все в хлебопечке, поэтому подготовленную нашу массу вливаем в форму. Сюда добавим 450 грамм муки. И чайную ложку сверху сухие дрожжи. Ставим на первую программу, добавляем корочку. Для тех, кто выпекает не в хлебопечке, расскажу программу. Хлеб должен выпекаться 3,5 часа. Первый час идет подогрев. Невысокая температура, второй час температура идет более-менее постоянная, сейчас я вам точные скажу цифры, и третий час это уже идет само выпекание. Достали хлеб, на корочку получился хороший, симпатичный, томатный. И лен здесь есть. Сейчас попробуем на вкус. Какой? Корочка хрустящая. Замечательно. И пахнет тоже прелестно. И на вкус. Вкусно.